молчи, мажешь себе и мажь. Да что больше ты, тебе тут делать нечего. А ну, убирай немедленно. Весь я подметаю. У вас тут сроду не уедешь. А что, ты порядки позаводили? А зачем? Да, прямо хоть караул кричи, честно слово. Скоро тут люди будут ночами сидеть и билетов у вас ждать. Война, что ли? Не уехать, не приехать. Пожаловаться некому. И сказать некому. И такие здоровенные поезда ходят, и одного человека посадить не могут. Что у вас тут за порядки такие завелись? Паразиты. Убирай. Не больше бросать, а то за вами весь день. Дядька, а что это у тебя там? Билет. Какой? Да проходящий? Ну вот сейчас будет. Так она же сказала, что нету билета. А, ну да, это СВ называется. Он дорогой. Ну как? Что сильно дорогой? Нет, он не то чтобы дорогой, но там, что хорошо, это то, что вот там. Ты и ты твой. Ну, не важно. Ну что, слышно? Тетя Саня, зайди с веником в буфет. Граждане, ну кто привязывает животных к кассе? Да собак привяжут, теперь бычка. Ну что это такое? Отвяжите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Жаль это. Я на секунду. Хорошо. Да? А, простите, ваше имя, если это не секрет. Таня. Танечка, пожалуйста, чайку организовать нельзя? Только у вас заварка, наверное, казенная. Так не надо, я сам завариваю. У меня, знаете, такая бомбочка. Ну, в общем, покруче кипяточку только. Так. Так это вы? Я. Что значит? Со мной? Наверное. Один. Один. Угу. Так. А вы что? А это уж не ваша забота. Девушка! Слушай, что ты так? Это все я же извини, понимаешь? Уходи! Девушка! Что? Я так ехать не согласна. Так дело не пойдет. Что случилось? Ну что это такое? Что, у вас женских коек, что ли, нету? Посадили с каким-то там этим. Ну, а уже он Витя. Ну как же так? Ну ты же... Что, пристает? Ну как это, пристает? Ну что это я? Ну не переодеться, ни платье не снять, ни тапочки не надеть. Знаете что? Ну, что идите это? Пока в свое купе, а мы что-нибудь подыщем. Да? А. До Цветновска еще далеко. Ночь ехать. Что-нибудь придумаем. Thank you.
А дядька-то где? Вы чего? Ничего. Это тоннель. Да я знаю. Вы-то что перепугались? Да. Заходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ляпин Юрий Николаевич. Что? Нет, я говорю, меня зовут Ляпин Юрий Николаевич. А. Вы не возражаете? Что? Это вино сухое, грузинское. Мне друг прислал из Грузии. Не, я цветное не пью. Да нет, я тоже вообще-то не очень. И курить бросил. Но иногда помогает, успокаивает. Да? Ага. Тогда плесните. Вам тоже? Ага. Хватит. За знакомство? За знакомство. Ой, отрава! Ну и друг у вас. Нет. Вообще он очень хороший человек. Вообще-то он не грузин, а грек, но живет в Тбилиси и работает там тренером по теннису. А, простите, как вас зовут? Что? Ваше имя? А, Мария. Юрий. Немного выпила, а в голову уже ударила. Брат, давайте поедим чуть. Я целый день на вокзале промоталась. Очень хорошо. Ну вот, распоряжайтесь, а я пойду организую тарелочки, вилочки. Танечка! Да? У вас тарелочки, вилочки не найдутся? Пожалуйста. Вот, спасибо. Слушай, дорогой, что ты хочешь сюда? Сюда? Вот. Вы знаете, я никак не могу понять, как же так получилось. Дверь закрыта, а человека нет. Я смотрю. А вы знаете, я думал, я умру. Давайте еще по глоточку выпью. Пожалуйста. Только я много не могу. Вы знаете, я как выпью, я такая... Знаете, такая дурная становлюсь. Песни кидаюсь петь. Да? Приезжали меня сватать на серой кобыле. Барахло мое забрали, а меня забыли. Нет, это мне ребята с нашего рыбзавода подарили. Они меня разыграли. Видите, написали, не спи, рыбак, проспишь путину. Ну, уходит он ничего, ну, звонит, ну, прямо, ну, когда захочет. Ну что, подъезжаем, да? Угу. Ну так, Мария, я позвоню. Ладно. А может, я подвезу, у меня машина будет. Не. Давай, давай, давай! Скорый поезд 71-й, богаче плоть, прибывает на первый путь. Стоянка поезда 5 минут. Нумерация вагонов идет с поста поезда. Thank you.
Алло, здорово. С приездом. Когда учение? Завтра. Пойдем. Шикарно, доехала. А ты что, теперь в очках ходишь? Так я позвоню. Ладно. А Станислав на работе? Да, на работе. Жалко, что ты орешки с собой не взяла. Вечером увидишь. Ох, соскучилась. Вот там, вот там. Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками. Думаю, неужели с глазами чего? Да нет, все в порядке, мам. Да себе ты их, черт, ты наносишься еще. На, сняла. Вот Шурка тебе записку прислала. Родила она все-таки. Да что ты? Там такого пацана еле выродила. Там насчет выкрик, что-то там она тебе. Бусы какие-то просила на Новый год. Хорошо, яблочко, на. Ой, нет, я не хочу, мам, не хочу. Молодой человек, может, вы яблочко съедите? Мерси. А тут и тихо, в самом деле. Ой, мама, ну что ты делаешь? Ты моя. Ой, мама, ну что ты еще размазала? Размазала. Всего хорошего. Это ж наш генерал. Мы с ним вместе ехали. Красавец такое учение приехал принимать. Ой, а в купе-то со мной ехал. Ох, главный инженер рыбного завода, примерно моего возраста. Я его прозвала гражданин с усами. Усы у него кубиком. Обхохочешься. А это что? Нин, ты что, куришь, что ли? Мам, ну ладно, брось. А ну-ка, брось, сейчас же. Ты что, ну, мам? А ты что за безобразие? Отдай! Мама, ну что, прекрати сейчас же, я сама знаю, что мне делать. Я... Ах, ты! На! Для чего я тебя родила? Чтоб ты эту гадость курила? Ишь ты, оклемалась тут в городе! Ну замолчи, пожалуйста. Ты что? Боже мой, я отдала. Вот куришь ты! Ну замолчи, я сама знаю, что мне делать. Все настроение, вот и выдумала. Все настроение, yutkaysini bana ular yao yutkaysini. Быстрее, Нин, быстрее. Слышишь телефон? Тебе-то что? А может, меня? Да кто тебе может звонить? А представь, может, есть такой. Да перестань, мама, ты только что приехала. Вообще, кто тебе может... Ой! Ой, боже. Алло, я слушаю. Тряпка есть? Мам, я потом. Я слушаю вас. Ну что, молчать будете, да? Ну, как хотите. Не отвечает? Не отвечает. Нин, а я смотрю, Тасик все это корягами занимается. Скульптуры делает, молодец. Угу. А ты помнишь Колю Пионервожатого? Да, мам, помню. О, я только вещи собрала. На поезд уже идти. А он является, притащил там и корней всякие, и бугры, и пни такие чудные. Нате, говорит, тетя Маруся, везите зятю. Ну куда ж я уж? Тут уж было не до этого. Нин, а Иришку Тасик из садика приведет, а? Мама, ты знаешь, я тебе должна сказать одну вещь. Ты только не пугайся, пожалуйста. Чего? Мы со Стасиком больше не живем. Развелись? Нет, не развелись, но, в общем, к этому идет. Ой, Нина. Ой, мамочка, я тебя только прошу, мама. Ой, боже мой. Мама, 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 я тебя прошу. Я тебя умоляю, мама. Я тебе сказала не для того, чтобы ты тут причитала. Ну как же, у вас дочка. Мама, я тебя информировала, и все, мама. Зачем я только сюда приезжала? Я уеду отсюда. Они прямо с этими травяками. А я тут вверху. Твой, Эш.
Ну почему тебе? Слушаю. Опять играетесь. Вот знаете, ума нема, считай, калека. Как надоест, позвоните. Эх ты, ядрит твою. Да чтоб у тебя руки подсыхали. Ой, извините. Нина, нету я. Это мама ее. Да, Марья Васильевна. Вот как получилось. А вы кто? А? Гена? А, с работы я передам. Передам. Ладно. Мам! Ой! Ну что у ей, богу? Ой, Нина. Рыбочка ты моя. Башмаки сними. Да золотая ты моя. Как же я по тебе соскучилась. Да как же ты выросла. А знаешь, я тебе чего привезла? Там корзиночка под подушкой лежит. И еще чего. Ой! Бабушка, а что это у тебя такой большой нос? А? Как большой? Нос себе и нос. Я большая, нос большой. Интересно. Интересно, бабушка, за углом. Как пойдешь сразу налево. Ой, ой. Ну что, мам, как тебе внучка? Ох, и выросла быстро, как они растут. Мама, отойди. Я тебе отойду, я тебе сейчас так. Ну, не ори, я тебя прошу, пожалуйста. Мам, мне кто-нибудь звонит? Ой, дочка, игра получилась прямо с душой. Мам, я тебя спрашиваю, мне звонили или нет? Да я ничего не слышу, музыка не дает. Ну, что вы делаете? Ира, я тебя умоляю, убери эту дурацкую. Перестань сейчас же! Ну-ка иди к себе! Немедленно! Надоело мне все это! О, Нин! Что ты? Внученька! Слушай, Нина, а что это она такая, а? Ну, мам, ну какая, ну какая? Нормальный городской ребенок, они все в садике такие. У них там нагрузочка, будь здоров. Я тебя спрашиваю, мне звонили или нет? Ну что, звонили или нет? Да, я ж тебе не успела сказать, звонили. А? Ты что? Потеряла что-нибудь? Что? Потеряла? Звонил кто-нибудь, говорю? Звонили. Так неловко получилось. Ты знаешь, подхожу, а они молчат. Я как крикну, а там кто-то так вежливо говорит. Это говорит Гена. А потом главное спрашивает. Это мама? Я говорю, да. А кто это Гена? Гена? А что это у нас вроде вином пахнет? Каким вином? Каким вином? Ну что ты? Выпили с Машкой. У нее сегодня день рождения. Пошли с девочками в кафе. Бутылку шампанского на пятерых. Машка, ну что ты Машку не помнишь? Приезжали с ней в прошлом году еще. Маленькая такая, ну, беленькая. Ира, что у тебя на голове? Бабушкин подарок. Сними немедленно. Бабушкин подарок для зимы. Иди к себе. Не лезь ложкой в варенье. Сто раз тебе говорить. Иди к себе. Ах, и икра получилась. Вот это да. Попробуй, дочка. Я не хочу, мам, потом. Ну-ка, сейчас же попробуй. Мам, ну что ты, ну... Опа! Ну, слушай, Нин, а что это Иришка говорит, что у меня нос большой? Чего, разве у меня большой нос? Это они так шутят, мам. У них такие шутки теперь. Если бы ты слышал, что она мне говорит. А кто это такой Гена, а? Нин. Мама, Гена? Это товарищ по работе. Мы с ним работаем вместе, понимаешь? Я вот здесь сижу, он здесь. Понятно тебе? Угу. Нет, мне это вообще нравится. Один раз человек позвонил, уже кто такой Гена? Кто-кто? Конь в пальто. Гена. Гена.
Крокодил. Чебурашку видала? Нет. А ты случайно отца не видала? Какого? Нашего. Он же тут. В городе где-то живет. Ха, так когда бабушка умерла, и видала красавца твоего. А что? Ну как? Интересно. Все-таки когда-то жили вместе. Ой, Маришка. Ай, дочка, ты знаешь, как он в молодости на баяне играл? Бывало, растянет баян, бабы сохнут. А один раз я баян спрятала, как же он плакал. Сейчас, говорят, семья, двое детей, работает где-то. Все, у тебя будет хорошо. У Ришки все будет хорошо, и у меня будет хорошо. Седьмой. Нин, а эти забили! Видала, дочка? Баю-баюшки, бай-бай, понемногу засыпай. Помоги мне, Божья мать, все белье перестирать. Ириш, а мама с папкой ругались, да? Может, он выпивать начал? А? Ну ладно, не хочешь говорить, не надо. Ой, Боже!
Здрасте. О, здрасте, Мордас. С приездом. Благодарствую. Я вот тут зашел. Ну что ж, правильно сделал, что зашел. Ты же у нас еще пока тут хозяин. Вы знаете, хозяев у нас уже давно нет. С хозяевами мы еще в 17-м году рассчитались, так что... Слышь, козел. В каком смысле? А в том смысле, у тебя совесть вообще есть? А, совесть. Совести нету. А, то-то я и вижу, что ты ходишь, посвистываешь, картуз потерял, не разыскиваешь. Ой, Мария Васильевна, вы знаете, я вот никогда не понимал вот этих ваших образов. Да. Так, значит, тебе, бандюга, и на дочку наплевать, да? А вот это слишком серьезная тема, Мария Васильевна, для сиюминутного разговора. Давайте оставим ее как-нибудь на потом. А сейчас просто позвольте мне взять некоторые дорогие для меня вещи. За дорогими вещами пришел. Не в этом смысле, Марья Васильевна. Дорогие и в духовном смысле этого слова. А это умоешься. А это в каком смысле? А в таком смысле, когда Нина придет, тогда и явишься. А, то есть, когда коза придет. Нет, ну, Марья Васильевна, поймите меня правильно. Но если я, как вы выразились, козел, то моя жена, она, естественно, коза. Не могу. Житосик! Ты чего? Но, Марья Васильевна, вы не правы. Давай, давай, колесуй отсюда. Естественно, у меня больше нет другого выхода, но вы не правы. А чего это ты завалился, а, Тасик? А теперь серьезно, передайте, пожалуйста, Нине, что отныне ноги моей здесь не будет. Никогда. Да ничего, переживем. Естественно. Но время покажет, кто из нас прав. А оно, как известно, за нами. Ага. Отойдите, пожалуйста. Чего? Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, кто тебя трогает-то, господи? Так, все. Ай, проклятие. Ай-яй-яй-яй-яй, Марья Васильевна, простая русская женщина. Я думаю, что ваша Тасик. Дочка... Подходите ко мне! Да я и так стою! Никогда вам этого не простит, да и моя тоже! Послушай, Тасик! Не касайтесь ко мне! Тасик! Чао-какао, пустите! Ой, Боже! Слушаю вас. Да ни за кем я не гналась. Зятя выгнала. Как-как? Полбу как? А кто это? А, Юрий Николаевич? А, встретиться? А давайте. Эй, гражданин Сусави. Марья Васильевна, здравствуйте. А я, между прочим, давно уже за вами наблюдаю. Ой-ой-ой, да вас и не узнать, молодец. Здравствуйте. А что это-то у вас круглое? Ну, это круглое. Торт купили? Нет, это шляпа. А, правильно, правильно, пора. Да? А то скоро уж последние облетят. Что? Ну? Ну что, кого ждем? Больше никого. А цветы? Вам. Чего? Да вы что? Да боже сохрани. Чего? Ну-ка, перейди сейчас же. Что я молоденькая девушка какая? Да чего тут особенно? Вот интересно. Ну интересно, как пойдешь сразу налево за углом. Как говорит моя внучка. Чао, какао. Ну, Марья Васильевна. Марья Васильевна, ну послушайте, прямо ну что же знаю. Это такое? Ну, да, это глупо. Никогда я это не возьму. Ну, Марья Васильевна, ну что же тут особенного? Марья Васильевна. Да я и слушать вас не хочу. Марья Васильевна, это ребячество. Я не знаю, но это же неудобно, вы поймите. Да чего же тут неудобно? Вы будете кругом. Попала я.
автомат, опустим 20 копеек. Ничего не понимаю. Сижу с 5 часов с помытой шеей. Ну, позвони, ну ты можешь для меня сделать. Я для тебя делала. Ну, спасибо, спасибо, да. Привет, подруга. Ханжа несчастная. Как ей надо, так надо. Хоть ночью. Алло. Будьте любезны, попросите, пожалуйста, Геннадия Борисовича. Ген! Ну, ты что, издеваешься, что ли? Ну, 7 часов уже скоро, ну. Алло. Что-что? Ген, да я ж тебя узнала. Куда уехал? Куда ты, Гена, уехал? Ну, понятно. Да, я поняла, что ты – это не ты. Ира, сделай, пожалуйста, потише телевизор. Я тебе вот что хотела сказать. Нет, ты выслушай меня. Ну, выслушай, в конце концов, ты так же не делают, алло, алло, алло. Ну, хорош. Ну, что, ну, иду я, иду. Чего ты раззвонилась? О, ты дома? Ты что, не видишь? А что ты такая голая? Спать ложусь. Чего? Да ладно, нагулялась невеста. Ну, а что ж ты думала мне на стуле сидеть до смерти ждать? Подай-ка серую юбку, пожалуйста. На. Ира, Ира. Эту передачу вообще нельзя смотреть, тем более детям. Я выброшу этот телевизор в конце концов. Иди к себе в комнату, пожалуйста, и убери там. Пожалуйста. Стасик приходил? Приходил. За что ты его ударила? Да ну его. Кого? Стасика, я тебя просила об этом. А меня не надо просить. Я сама все вижу. Что ты видишь? Что ты видишь-то? Что ты понимаешь в наших делах? О, Господи, да куда уж тут понять в ваших делах? Ты знаешь что, мамочка, у тебя своя жизнь, у нас своя. И нечего тут наводить свои порядки. И руки распускать тоже не надо. А если бы он тебе сдачи дал? Кто? И этот? Что это такое, и этот? Это что еще за этот? И этот, между прочим, мой муж. И отец моего ребенка. А чего же это отец моего ребенка дома не живет? А это наше дело личное, мамочка. Тебя это не касается. Личное. Я тут с утра до вечера, как рыба об лед, я слушаю. Да знаю я. Я звонила, да. Музыка играет, кобра дома, семейное счастье, спасибо всем. Пока. Как рыба об лёд, с утра до вечера, с утра до вечера. Ира, прекрати, наконец, это безобразие. Что это такое? Куда ты опять делась? Чтобы в доме все было, чтобы все было, как у людей. Чтобы одеть было что. Чтобы было что на стол поставить, и шкаф повесить. Да что там, из кожи вон лезу. Вот то-то я и вижу, что ты уже вся вылезла. Ты посмотри, на кого ты похожа, кукла американская. Да если тебя умыть, сама знаешь, что получится. Да что ты в этом понимаешь? Понимаю. И понимаю, почему ты мажешься. Ну, ты как хотела. Ты хочешь, чтобы я как ты? Чтобы я всех разогнала и одна осталась, да? Это ты можешь жить одна. Тебе вообще никто и никогда не был нужен. Никто и никогда. Неправда это. Да неправда. Правда, Ира. Правда. Правильно, что отец от тебя сбежал. Правильно. Я тебе сказала, выключи сейчас эту музыку. Потому что тебе всегда надо, чтобы все было только по-твоему. Только по-твоему. Ты эта паршивая дрянь тут. И больше ни почему. Кто это тебе сказал, что отец от меня сбежал? Кто?
Прекрати свои дурацкие шутки, наконец! Дай мне спокойно поговорить с бабушкой один раз! Ты же танк, мама, ты же танк! Ты только давишь, крушишь, ломаешь, суешься, куда тебя не просят. Где помолчать надо, ты обязательно встрянешь. Я всегда правду говорю. Да кому она, твоя правда, нужна? Правда. Один уже от твоей правды сбежал. Он не сбежал. Я его сама выгнала. Любила больше жизни и выгнала. А как ты думала, чтоб я жила с таким балабутом? Черти где шалается всю ночь, летчик-фронтовик, а потом приходит, является. Но трактор у них застрял в болоте, вытаскивали, а от самого женскими духами пахнет. А еще потом слезу пустит, Марусенька дорогая, путеводная ты моя звездочка. Баян растянет, бабы ходят, вздыхают, Вовчик, Вовчик, а Вовчик козырем, козырем. А уж как поддавать начал, все, этого я терпеть не могла. А должна была терпеть, мамочка, должна была. И врать. Да, и врать, и врать. Да ты что говоришь, дочка, опомнись, врать лучше. Да лучше, представь себе лучше. А кому она нужна, твоя правда? Зачем она? Какая правда? Что мне 30, а я на 35 выгляжу? Чтобы в институт поступила и зубрила с утра до вечера только для того, чтобы из этой деревни удрать. Что работу свою ненавижу. Мужа не люблю. Вот она правда. Зачем она мне нужна? А что тебе хорошего с твоей правдой? Что ты от нее имела? Ничего. Одна. Свободная, гордая, независимая, одинокая. Ты хоть понимаешь, что одинокая женщина – это неприлично? Неприлично! А, ну правильно. Не врать, не дергаться, не вешаться первому встречному на шею – это неприлично. А Гена при живом муже, это прилично, да? Какой Гена? Ты... Крокодил Гена! Чебурашку смотрела? При чем тут крокодил? Успокойся, крокодил вообще к жене вернулся. А-а-а, значит, Гена лопнул. Теперь люди добрые, караул, давайте Тасика обратно. Да что? А? Да что ты? Что ты? Что ты говоришь-то? Я что говорю? Что ты в этом понимаешь? Я все понимаю. Что ты понимаешь? Я просто хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Чтобы он рос нормальный, в здоровой обстановке. Чтобы его не постигла моя участь. А ты что думала? Что все можно сделать руками? Все поправить? Мордобой тут устроила? Ира, когда это все в конце концов прекратится? Когда это все кончится? Я тебя как человека я прошу тебя, Ира, неужели ты не видишь, что со мной происходит?
7:35 завтра. Повторяю, поезд 29-й скорой Балта-Синельникова. Прибытием 22:45 вчера. Прибудет в 7:35. Это я вам говорю, что вы за человек такой. Я звоню вашей дочке, она говорит, уехала. Куда, неизвестно. Я на один вокзал, на другой вокзал. Вас нигде нету. Одна ночью на вокзале. Ну, мало ли что может случиться. Да я была в гостинице, там сказали, нету места. Ну, так они всем говорят, нету места. Ну, что ж такого, Сейчас, Мария, стойте на месте и никуда не исчезайте. Слышите? Никуда. Хорошо? Хорошо, попробую. То-то, да. Вот, на. Съешь грушку пока. Мытая. Я сейчас. Ой, Бо! Пошли. Да ну вас прямо не знаю. Что вы пугаете меня? Поехали. Сейчас берем такси и прямо в гостиницу. Киян! Нет, что-то не так. Римма Васильевна. Иду. Пропуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, какое положение? У нас одна женщина. Мест нет. Нет, я понимаю, но ей буквально на одну ночь. Мест нет и не будет. Спасибо. Пожалуйста. Пропуск. Затон. Ну, это не важно. Я залез на парапет и говорю ей, или давай выходи за меня замуж, или до свидания. Ну и что, прыгнул? Нет. Испугался? Нет, она согласилась. А если бы не согласилась, прыгнул бы? Конечно. Я люблю. Ну вот, уже день был назначен, когда мы должны пойти в ЗАГС расписаться. В этот день я проснулся рано. Места себе не находил. Думаю, пойду прощусь с друзьями. У меня друзья-рыбаки в этот день в море уходили. Я пришел, значит, они меня еще спрашивают, а что ты гуляешь? А я говорю, первый день отпуска. Ну вот, сидим, значит, а я никому про свадьбу не говорил. Сглазить просто боялся. Ну, значит, сидим в коврике, значит, там кораблик покачивает, тары-бары, слово за слово. Ну, значит, время идет, а я все время на часы смотрю. Значит, час прошел, другой, третий, и вот остается 40 минут. Как раз я рассчитал зайти домой, переодеться и в ЗАГС. Ну, говорю, ребята, я пошел. А они смеются. Куда пошел? Я говорю, надо. Они говорят, ну, давай. А сами смеются. И дальше, как в песне. На палубу вышел, и сердце больше не билось. Уже 2 часа, как мы в открытом море, ни берегов, ничего. Ой, боже мой. А как же дальше? Ну, потом 3 пути находил на Сейнере, потом техникум, так вот к рыбацкому делу и прибился. Ну, художество забросил. Ну, правильно. А то был бы какой-нибудь художник Ляпин, абстракционист проклятый. Вообще-то, Юрий Николаевич, в наше время одинокий мужчина, ведь это неприлично. Почему? Уже сколько лет одна и ничего. И одинокая женщина тоже неприлично. Неприлично. Шли бы вы спать. Все-таки у вас есть номер, койка.
Слушайте, сидите спокойно. Я об этом больше ничего слышать не хочу. Слышите? Пропуск! Господи, а чего вы все с собой носите? А я всегда все с собой ношу. Вы знаете, когда я в командировках, мне всегда снится один и тот же сон. Страшный. Как будто я возвращаюсь из главка в гостиницу, а меня выселили. И в номере моем полно иностранцев, а портфеля нигде нет. А там вся отчетность, документация. Девушка, мне нужно адрес найти человека. Коновалов Владимир Иванович, 25-го года рождения. Владимир Иванович, вы не знаете, где он? Вы его... Может, в магазин пошел? Возьмите, пожалуйста, подождите мои его. Газеты. Спасибо. Уже взяла! Здравствуй, Волчик. Ух ты мой. Ух ты мой. Морозко. Ты что же, Морозко, специально ко мне приехала, что ли? Да нет, я тут заехала дочку проведать, Нину. Вот пришла. Узнать, как ты тут живешь? Хорошо, Маруся. Я же все время болею, Маруся. У меня же все время вторую неделю бюллетень. Бог ты мой. У меня же ведь бронхит, Маруся, буквально хронический. Понимаешь, этот самый, как его, люмбага. Что? Ну, люмбага, она вроде радикулита, но только опаснее, Маруся. Ну, бог ты мой, ну а ты-то... Как не болеешь, Маруси, не хвораешь, нет? Ну да, 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 конечно, что это же все время на природе какая-то болезнь может быть у вас. Ну а ты живешь, Маруси, все по-прежнему там, в Батурине, да? В Батурине, ну да. Бог ты мой, ну, правильно. Ну, ты залезь, Маруси, что же это я тебе. Значит, ты у Неки была, да? Ну и как она, Маруси, вот честно, Маруси, она здорова, не хворает, Маруси? Нет, не болеет. А я, Марусь, хвораюсь, я говорю, сейчас рентген делал, Марусь. Насквозь, Марусь, больной. О. Слышишь, Свистю? А ты один живешь, что ли? Один, Маруська, с кем же? Ух ты, господи. Сейчас, погоди, Маруська, я сейчас эту микстуру выпью и приду. Ух ты, господи, откуда она взялась-то? Слава, привяжи ее. Не твое дело. Я там, Марусь, чайник. Поставил. Ты пока вот сладенькую поешь. Может, яблочко хочешь? М? Вовчик. Ну, держи. Ну, рассказывай, Марусь. Ты все там живешь-то? Там. Ну, да. Ну, работаешь? Ну, а как же? Да, да. Да. Мужа есть? Угу. Кто он? Да там один. Ты не знаешь, инженер главный. Главный инженер, бог мой. Главный инженер чего? Рыбзавода. А, рыбзавод, это хорошо. Поздравляю, Маруся, поздравляю, поздравляю. Ну, у меня тоже, Маруся, как говорится, жизнь буквально сложилась. Занимаю ответственный финансовый пост. Вот оклад, Маруся, хороший. Ковер купил. За мотоциклом в очереди стою, Маруся. Вот буквально сейчас в Крым съезжу по путевке подлечиться. Так ты один живешь без семьи? У меня же два сына, Марусь! Золотые ребята! Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу! Здоровая, Марусь! Не болеют никогда! В общем, Марусь, жизнь, как говорится, Марусь, сложилась. Жаловаться грех. Грех жаловаться, Марусь. Один уже служил, женился,
Второй буквально сейчас вот в армию пойдет. Так ты тут-то один живешь? Опять 25. Ну, один, Марусь. Ну, у меня же работа ответственная. Мне же тишина нужна буквально днем и ночью. О, у меня же, Маруси, дом полный чаша. У меня же все есть. И грамоты, ценные подарки. Погоди сейчас, Маруся, погоди. Во, Маруся, акварель. Инна! Инна, вас к телефону, Прага! Инна, к телефону, Прага! Прага! Инна Николаевна, у вас за граница! Иду, 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 иду! Инночка, скорей, Прага! Ой. Hello? 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 Прага? Прага? А? Добрый день, Йозеф! Вы, Марусь? Ага. Сколько работы накопилось, Марусь? Мне же работать буквально некогда, Марусь. Я же все время хвораю. Все время. Я, ты же знаешь, я же 2 недели бюллетенил. Ты-то как, не хвораешь? Ну да, что тебе-то болит? Ты же целый день там на воздухе торчишь. А я, Марусь, все время хвораю. Вот мне выйти некуда буквально в магазин, даже хлеба купить не могу буквально. Соседа попрошу. Принеси, Вась. Варенник! Погоди, варенник! Погоди! Здравствуй, здравствуй, варенник, здравствуй! А, Коновалов! Здравствуй, Золечка, здравствуй! Слушай, варенник, ты не обижайся, но ты в этой одежи на Фантомаса похож! Похмелился! Чш-чш, варенник, неудобно, у меня женщина! Ага. Слушай, варенник, я же тебе рубль должен! Погоди! Прощай, погоди, варенник! Навала. Маруся! Маруся, дай скорее рубль! Погоди, варенник! Маруся, ну давай скорее рубль! Ты уйдешь, варенник-то, Маруся! Варенник! Спасибо, Марусенька! Варенник! Дарю, Коновалов. Изольчик, возьми! Не надо! Спасибо большое тебе, варенник, за твою доброту! Пожалуйста! Большое-большое спасибо, варенник! Ты постой! Постой, красавица моя! Маруся, милая, ты же моя тыща! Погоди минутку! Ты постой, постой, красавица моя! Жалко мне тебя, Володя. Добрый, добрый. Правда, жалко. Просим. Бог со мной. Дякую. Дякую. А меня, Марусь, жалеть, Марусь, не надо. Ты лучше, Марусь, своего главного инженера рыбного завода, Марусь, пожалей. Понятно тебе? У вас там, наверное, в семье-то всю неделю рыбный день. А у нас, Марусь, в квартире газ. Ну что ты городишь, Володя? Бог ты мой, жена рыбного инженера. Какое счастье! Да не в этом дело, дорогая ты моя Маруся! Я ведь тоже был и главным Марусей старшим, а теперь я, Маруся, просто рядовой бухгалтер РСУ номер 7, и я счастлив, Маруся, потому что я ни от кого не завишу, Маруся! Хочу шляпу натягиваю до самых бровей, а хочу перед кем-то снимаю, перед кем нужно, понятно, Маруся? А через 3 года, Маруся, я буду на пенсию. Приеду к тебе в Батурино, в деревню, на мотоцикле. Ты меня вообще, Маруся, не узнаешь. А что ж ты раньше не собрался? Раньше, Марусь, я не мог, Марусь. А с кем бы я мать больную, Марусь, оставил? Уж сколько лет прошло, как мы схоронили ее. Она бы, Марусь, любила,
И я любила тоже тетю Дашу. И, Вовчик, и тебя любила. Так вот, Марусь. Жарят, Марусь, найдет себе друг кола. А мать, Марусь, сыночек никогда. Надо плакать. Как же Марусь не плакать, Марусь? Того, что имеет, Марусь, не храним. А вот потеряв, что плачем. Чего ж теперь плакать-то? Приехал бы в деревню. Ты что, мне чужой? Отдохнул бы. Какая, Марусь, деревня? Вот ты думаешь, что ты говоришь-то, Маруся? Мне же на работу идти надо, Марусь. Министерство, а ты, блядь, деревню. Деревня. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Погоди, Марусь, я сейчас приду. Здесь живет? Тут. А где? Ну, вон ее комната. А что? А где она? Ну, так ее дома нет. Ну-ка, пойди сюда. Так. Тебя как зовут? Кирилл. Ага. Гуляете? Ага. Собираемся. Так. А вы кто? Кто-кто? Конь в пальто. А мы тебя ждем. Закрой дверь. Изжевала Сара. Давай, давай, закрывай, закрывай. Отрастил патлы, Кирилл Владимирович. А вы присаживайтесь. Эх, нахальные же какие. Ты когда последний раз отца видел? А, вот оно что. А вы кто такая? Неважно, родственница. Вы что с человеком делаете? Сами-то вон как живете. А он?
весь насквозь. Пьет всякую гадость. Ведь он же тебе отец, а ей муж. Ну как это на свете люди живут, сердца никакого нету? Да вам тут всем наплевать друг на дружку, наплевать и все. Ну а как же? Живет человек, слава тебе, Господи, умер, еще лучше. Да ведь вам тут что? Музыка, волосы, такси, здрасте, мордасти и все. А то, что отцу родному не на что даже на работу доехать, что он загибается в конец, вам тут все равно. Мы ждем, ты что? Уйдите. Что, я не права, скажешь? Чего молчишь? А? Что с тобой? Ой, Боже! Послушай, Кирилл. Что? Да я знаю. С пьющим человеком жить тяжело. Ты понимаешь, я просто была у него сегодня. Так его стало жалко, прямо до слез. А тут еще дома. Представляешь, муж от дочки ушел, а там внучка маленькая. Ну вот я хотела поправить. И взяла его, ткнула кулаком прямо по лбу. Еще хуже наделала. Теперь надо вроде найти и извиниться. У вас сегодня праздник? Да нет, я завтра в армию ухожу. А вы все-таки кто? Мария Коновалова, деревня Батурина, улица Красина, дом 6. Тарсик! Тарсик! Подожди, Тарсик, мне нужно с тобой поговорить. Я прошу вас, Марья Васильевна, оставьте меня, подожди, пожалуйста, в покое. Нет, нет, нет. И не называйте, Тарсик, меня этим дурацким. Ну ты же молодой человек, ты же меня понимаешь. Меня зовут Станислав. Да, ну я была не права. Да, я действительно не была не права. Все мы уже, Тарсик, выяснили, подожди, и расставили все точки над «и». Подожди, я тебе говорю. Оставьте, пожалуйста, девушка, меня. Оставьте, ну вы хоть ему скажите, девушка. Девушку в покое, Тарсик, тоже. Ты пойми, получилось так нехорошо. Я ничего не ты хочу с Ниной, понимать. Мы из-за этого поругались. Это понимаешь, Лидия? Это ваши трудности. Девушка, ну как же вы идете? Ничего не обратите внимания. Светочка, а что у вас тут, ресторан? Ага. И в конце, пожалуйста, два кофе. Ну, черные, разумеется. У нас других нет. Ну, зачем ты здесь сел? Ступай. Добрый день. Здравствуйте. Станислав Павлович, давайте уйдем отсюда. Преследуйте. Ну, Тасик, ну что ты такое говоришь? Ведь я не чужой человек тебе. Послушай, что я тебе хочу сказать. Хотите неприятностей? Тасик. Сейчас вы их получите. Официант. Тасик. Официант. Послушай. Сюда, Карли. Официант. Официант. Прости. Здравствуйте. Слушаю вас. Официант. Да? Вот эта женщина. Официант, в общем, мы пришли отдыхать, а вот эта женщина, она ненормальная. Я убедительно прошу вас, уведите ее отсюда. Чеканутая. Тасик, ну зачем тебе это надо? Официант, я вас убедительно прошу. Может быть, мы действительно пересядем вот за тот вот столик. Вам там будет удобно.
Ой, боже, откуда ж ты взялся такой красавец? Я тут живу недалеко. Иди, занимайся своим делом. А я вот своим делом и занимаюсь как раз. Я с Стасиком хочу сидеть. А вот он, видимо, не хочет. Он хоть и немножечко, а уже с дамой. Вот именно. Боже. Пересядем давайте. Пойдем, голубок. Вот и хорошо. Что будем кушать? Попить чего-нибудь холодненького. Содержание предыдущих серий. В городок Клойстерген навестить дядю Джаспера и свою невесту Розу приезжает Эдвин Друг. Вскоре в Клойстергене появляются брат и сестра Ландлисы, Елена и Нега. Невин влюбляется в Розу, и это обстоятельство служит причиной ссоры. Саш, мне с тобой посоветоваться. Я сыну музыкальную школу вчера отдал. Говорят, скрипку надо купить, какую, не знаю. Бери, Страдивайю. Хорош скрипка. Страдивайю. Сейчас запишу, спасибо. Эдвин впервые ожидаемой свадьбы получает кольцо покойной матери Розы от ее опекуна Грюджиуса. Павел Тимофеевич, помню. Роза и Эдвин решают нарушить волю своих покойных родителей и остаться просто друзьями. Здесь суп будет. Валь, там суп будет теперь. Внезапно жителей Клойстергема ошеломляет страшная весть об исчезновении Эдвина Друга. Джаспер обвиняет в убийстве Невилла, который накануне вместе с другом любовался бурей. В подтверждение этой версии... Тасик! Тасик, послушай, что я тебе скажу. Пойдем домой. Дома борщ я наварила, и студень, и вареники с вишней, венцо домашнее. Ну что ты тут сидишь, как каторжник, казенная ешь? Ты же взрослый мужик, у тебя уже он лысый на голове. Ой, боже мой! А что это ты мне принес? Я цветное не пью. Это Гамлет, фирменный напиток. Перед тобой, а? Тасик? Ну, не... Тасик, хочешь? Товарищи! Минутку внимания! Слушайте, я старая дура, а вот мой зять Тасик. Я его ударила и теперь заявляю, что больше так делать не буду никогда! Пойдем домой. Спасибо за внимание. Ну, доволен теперь? А? Тасик, доволен? А? Пойдем, Лара. Забери первое. Тасик! Я никакой вам не Тасик. А Станислав Павлович, кушай, Лара. Пойдем танцевать, Станислав Павлович. Отойдите от нас, пожалуйста. Пойдем, пойдем, потанцуем. Ой, боже. Кушайте пока, девушка. Станислав Павлович, я боюсь. Идите, пожалуйста, с ней. Э, комсомольцы! А ну-ка дайте станцевать приезжему человеку! Девчата, подвиньтесь! Ты права, ра, ар, а, а. Thank you.
Тише, Тасик. Танцевать, теща. Гражданин с усами. О, здравствуйте! А я уже без усов. Вот, сбрил. А зачем? Ну как же, вам же не нравилось, ну? Ну, не нравилось. Незаметно. Вот, видите? А так лучше. Ну, ничего,
Ботал он всю жизнь без усов, а бабы по нем сохнут. Нет, ничего, только с непривычки губе прохладно. А что случилось? Да, вот вам ключ. 615-й, 6-й этаж, вещи уже там. А что случилось? Спасибо. А я это, вашей дочке звонил. Она с ума сходит. Ну, я решил, что вы не придете. Дочь, что случилось? Вы понимаете, я решила вернуться к мужу. Кому? К мужу. А вы что, его видели, да? Видела. Ну и что? Ну что, плохо. Работает неизвестно где, выпивает. Да домой повезу его. Знаете, как говорится, где родился, там и сгодился. Ага. Да-да. Ну, правильно. Да, правильно. А это... Но ведь столько лет... Ну, это, конечно, не главное. А как же... Ну, это не важно. Опять? Да. Не спи, рыбак, проспишь путину. Ну, как говорила ваша внучка? Счастливо. О, не туда. Чемоданы помогу занести? Да нет, не надо, если бы. Нет, я просто потому, что сейчас тронется. Отправиться через 3 минуты с первого пути. Просим пассажиров... Мам, слышишь? Слышу, слышу. Повторяю. Надеюсь, ты на меня не сердишься? Да нет, дочка, что там сердиться? Всякое бывает. Может, в вагон войдем? Холодно. Действительно, ты езжай. Я тут сама. А, здравствуйте. Опять вместе? Очень рад. Я вас вспоминал. Здравствуйте. Это Нина, дочка моя. Очень приятно. Пойдем. Молодцы твои ребята. Объяви им благодарность и дай отдохнуть пару дней. Хорошо. Женщина, вы едете или нет? Едем, едем. Мам, садись. Да иди опоздаешь на работу. Я ж тебе сказала. Ну, ладно. Пока. Ну, не придет он, понимаешь? Ты не придет. Мне этот твой Лямин этот звонил, рассказал мне все. Не придет отец, понимаешь? Не может этого быть. Нин, ты иди. Это тебя не касается. Мам, ну что ты вечно? Что ты хочешь всегда, как не бывает? Ну, чего ты ждешь-то? Я хоть чего-то жду. Мам. Иди. Опоздаешь на работу. Женщина, ну если вы едете, заходите уже. Тетечка, ну мы же отправляем. Ну что вы его? Thank you.
сыном младшим в армию провожаем, Маруська! Идемте с ними познакомлю, тут я все и жена, и он... Ты что? Мы же с тобой... Но мы же с тобой должны ехать! Пошли, Марусь, пошли, пошли, я тебя с женой с Любочкой познакомлю. Там наша внучка Маргариточка. Ну, заставьте моего сына взять шапку, у него голова больная. Голова больная, вылечим. Благослови, защити, король, для отечества, Маруся. Господь с тобой. Служи хорошо. И не сердись на меня. Тетя Марусь, вы заезжайте к отцу. Не забывайте, ладно? Мою большую нависа на луга. Поцелуйтесь, поцелуйтесь. Милый. Хорошо, милая, иди, вот, посмотри, это могла быть твоя бабушка. Посмотри, посмотри, ее. Хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно закончалось. Маленьким и взрослым. Бабушка! Ой,
Что такое? Чего? Что случилось, Ира? Что такое, Ира? Ведра нету, бабушка! Чего? Так, я пришла сюда! Как это нету ведра? Ой, я же не напугала! Где это ведро? Ой, я из мамочка! Ну, куда же вы, Ира? Ира, что это ведро? Вы же видели, я была мне сломана ведро! А потом ты сломана на ведро! Куда ты видишь? Скачи ты, юный полуник, кунику не гуляй, да внуки за там опоели. Он горит в зиме, кого за побеги, это ровно разопашие лири. Резаковская, это он горит в зиме, кого за побеги, это ровно разопашие.